Привет всем! Вы на канале Маленький бой Леонардо. И мы с Нидерландов привезли подарок. Что это? Что это? Кука. Кука, давай, а ну послушай, что там внутри. Послушай, вот так, кушку приложи. Вот так, кушку послушай, что там? Что там ты думаешь? Давай, теперь отпечатываем. Отпечатываем. Это Kinder Surprise from Netherlands. О, смотри, распечатывается. Давай, давай. Давай, давай. Не-не, просто отпечатывает в... как называется? Фольгу. Вау, смотри, как большой кусок снялся. Следующий. Снялся. Давай, и этот снимай. Вау! И что ты держишь? Снялся! А что внутри? Покажи! Что это? Это коко большое желтое. А вот это что тогда? Это шоколадное коко. У Лео наушники. Закроем. И у Лео стала шоколадная голова. Какой? Что это? А ты хочешь попробовать? Шоколад. Попробуй. Укуси кусочек. Вау. А теперь давай открываем желтенькое. Не получается. Я тебе помогу его открывать. Смотри, нажимаешь сюда. И отсюда высыпаются игрушки. Вау! Европейский мини-купер! Это настоящий символ Европы. Таких там куча. А ну покажи. Какая это машина, Лео? Мини-купер. Какого цвета? Какого цвета? Зеленый. Зеленый мини-купер. Круто! И он заезжает в гараж свой. У него такой гараж. Лео, сделаем гараж. Не, не влазит, надо больше сделать. Откуси больше кусок. Ну, это сильно большой кусок, ты съел? Заезжает мини-купер в гараж. Все, заехал. И тут, а тут он живет. Вышел такой. А вот это коко с инструкцией, какая машинка должна быть. И вот она. Посмотри. А тут вся коллекция, смотри, должно быть 4 мини-купера, зеленый, оранжевый, серый и красный. Сейчас пока у нас 4-дверный, зеленый, редкий, очень редкий. И тут инструкция даже на русском языке. Ну что, классно? Классно. Ну все, открываем следующий киндер потом, а сейчас махай всем ручкой. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Все. Лайк. Бай.